Даугавпилсский университет впервые в своей истории принимает конференцию Международной ассоциации скандинавистики. Организация была создана в середине 20 века как своеобразный ответ на интерес европейской общественности к жизни своего северного региона. Скандинавистика по определению и сути – комплекс общественных наук, изучающих экономику, политику и культуру потомков древних викингов. Раз в два года ученые из разных стран Старого Света собираются для встречи, но Восточная Европа как место дислокации выбрано первый раз. Не последнюю роль при выборе приоритета сыграли лингвистические реалии крупнейшего вуза Латгалии. Шведский язык даугавпилсские студенты изучают давно, но в последнее время специальность оказалась на редкость востребованной. Достаточно сказать, что в прошлом году вуз получил от посольства Швеции в дар национальный флаг в знак успехов на языковом поприще. Декан факультета филологии Валентина Лепа причине такой популярности придает более приземленный смысл. Наверное, потому что студенты поняли, что Центральная Европа как бы уже более-менее освоена, а северное направление более интересное, потому что скандинавские страны открывают здесь предприятия разные, банковская система у нас в Латвии развита именно скандинавских стран и так далее. Профессор языковед из Швеции Пер Эрик Льюнг в Латгалии впервые. О заявленной же теме узнал уже по ходу конференции. Я немного удивлен такому интересу со стороны даугавпилсских студентов и очень рад. Видно, для этого есть объективные причины. Причины действительно кроются в перспективах, намеченных латгальской молодежью. Иностранные языки – наиболее востребованная специальность на факультете. Скандинавский рынок труда с годами стал ближе и доступнее. Бесплатное же обучение в вузах для выходцев из Балтии гарантирует для одних возможность выбора, а принимающей стороне – приток молодых и способных в экономику их государств.